Так, ребят, я не знаю с чего, но почему-то в Ротае, в Самопеши и в Скалице, но это я потом уже обнаружил, я вне закона, меня разыскивают, причем за убийство, я туда приехал, я не знаю вообще, я без понятия, я никого не беспределил, ничего не грабил, не убивал. Статистики, я, короче, отматывался на несколько сохранений назад, и 2 сохранения, и 3, и 4, точно такая же ситуация. Но у меня даже еще более раннее сохранение, там сохранение 7 назад, уже было написано «убито 3 мирных». Я не знаю, кого я там убил, может быть, на случайных встречах, каких-то там насильников. И, в общем, получается, сейчас я тоже смотрел, у меня опять только 3 мирных убито. В общем, я не знаю, в чем дело. И почему меня разыскивают, у меня не получается никак там с ними договориться. То есть меня по-любому, ну, либо стражник убивать, но это бред, я не буду это делать. Либо в тюрьму идти. Ну, пойду в тюрьму, я не знаю, я в тюрьме тут еще не сидел и не планировал. Я вообще без понятия, что я сделал, за что такая хрень. То ли это баг какой-то, тогда это вообще жесть. Либо разработчики с патчем, может быть, сделали то, что... Ну, я очень быстро скакал, и, может быть, я лошадью кого-то сбил насмерть. Если только это, ребят. Потому что я не спорю, не аккуратно скакал, но я так понял, что тут они как бы возмущаются, если на них наезжаешь, но насмерть никого я сбить не мог. Ну, короче, это единственный вариант с лошадью, как я могу что-то объяснить. Больше я ничего не понимаю, короче, я сдамся. Попробую, конечно, поломать, но не получится сейчас. Но будем сидеть, значит. I'd send you straight to the chopping. Just my luck. Look, I can't tell you anything. But that won't help. Если вы знаете, как узнать за Jail. All right, let's go and get it over with quick. You'll love it there. It's all set up just for the likes of you. Я просто ехал продавать ленину в это на 10 дней, ну офигеть. Я вообще без понятия, такой бред. Капец, что долго так. Ну лучше я его сейчас отбуду, пока у меня важных квестов никаких нету. Чем я потом буду какой-нибудь квест выполнять, мне надо будет чем делать в этом городе, блин, я вообще в нем все заруиню. Ну бред, короче, я не понимаю, за что. Если у вас такое было, напишите, и напишите, как узнаете конкретно, что ты сделал это. Потому что у меня 3 убийства мирных, я не знаю, откуда они взялись. Но даже если это так, у меня не было за них никакого тюремного заключения. Или тут, я не понимаю, тут задержка во времени, когда они узнают, что ты их там убил, или что это. Причем я никого не убивал из мирных, то есть, может, такие к мирным причислили разбойников, и... Я помню, там у меня была случайная встреча, там какой-то купец, он заколол какую-то женщину, и, типа, никому об этом не рассказывал. Я говорю, нет, нифига, типа, я тебя это повяжу. Я его догнал и замочил. Вот это вот несколько таких встреч, как раз, может быть, 3 было, и, наверное, это и есть все вот эти 3 мира. За это, что ли, сажают или убивают? Причем это в лесу было, в лесу, то есть там никто об этом не знает. Вообще непонятная система за жизнь. То есть еще мне какие-то дадут штрафы, я так понимаю, за то, что я в тюряге типа был, характеристикам там, я не знаю. Надеюсь, они как-то снимаются, их можно переждать или что-то такое. Да, я открыл достижение заключенное, но я его не планировал открывать, короче. Знаешь, это уже 10 раз. I hope you'll remember this and think twice. Окей, подумаю. И чё, бля? Пардон.
Офигеть, в мельницу мне репутация до нуля снизилась. Или это не та мельница, которую я думал. Ротаю вроде вот. Все, меня хотя бы не ищут теперь нигде. Так, здесь меня не ищут. И там, короче... Что за вообще? Так, я надеюсь, они у меня ничего там не конфисковывали. Как этот штраф теперь, сколько его снимать? Ну понятно, что снизились, но когда пройдет этот штраф? Что такой бред, блин? Какой-нибудь, блин, баг дикий, я потом из-за этого сюжетку не пройду, или каким-нибудь у меня там NPC сдохли важные, не знаю, но вряд ли. Плохо ел, теперь бы не весь, блин. Там, блин, все мясо сгнило, которое я нафармил с оленей, козлы, это не правда, вообще все исчезло, да. Вообще нету мяса, все. Больше ничего у меня, надеюсь, у меня это не исчезло. Вроде бы нет. То ли это за то, что я монастырь обворовал, но мне сказали, что стражники именно когда ловили, то есть я даже там перезагружался, может на записи я промотал, но они говорят прям все, то есть за убийство конкретно, за совершенное убийство. Как отмыть на купание, на купание еще закрыто. Сейчас постараюсь максимальное количество времени отоспаться. Надеюсь, статус заключенного пройдет. Ну хорошо, хоть ладно, я это заметил. Теперь буду знать хоть. А то сейчас начал бы какой-нибудь квест выполнять, потом бы мне из-за этого квест бы не смог выполнить вообще как-то. О, да, снимается статус, просто потихоньку вообще.
все, статус-кво, хотя бы так. Наш. Да,